Прогулка с врачом на этот раз была посвящена Всемирному дню здоровья полости рта. Стоматологи Новочебоксарской городской поликлиники постарались осветить такой важный вопрос, как здоровье полости рта, в увлекательной форме. Помимо уже полюбившегося оздоровительного променада в компании стоматологов, от которых кроме утреннего заряда бодрости, участники мероприятия получили еще и массу полезной информации о здоровье зубов и о здоровом образе жизни. Горожане совершили зарядку на свежем воздухе. Для детей была небольшая викторина, а взрослые приняли участие в беспроигрышной лотерее. Стоматологи также ответили на имеющиеся у новочебоксарцев вопросы, раздали профильные памятки и буклеты и запустили в небо сине-белые воздушные шары, олицетворяющие здоровые зубы. Ежегодно 20 марта во всем мире отмечается Всемирный день стоматологического здоровья. В этом году основная тема посвящена признанию обществом значимости красивой и здоровой улыбки. Красивая и здоровая улыбка – это символ здоровья, успешности. Кроме того, в рамках мероприятия состоялась фотосессия участников в рамках конкурса «Самая красивая улыбка». Три обладателя самой красивой и обаятельной улыбки в качестве приза получат бесплатную профессиональную гигиену полости рта. На этом подарки не закончились. Как мы уже сказали, среди собравшихся была проведена беспроигрышная лотерея, где разыгрывались три сертификата на стоматологические услуги в Новочебоксарской стоматологической поликлинике. Номиналом в 1000, 2 и 5 тысяч рублей. Счастливые обладатели получили их прямо на месте. А остальные владельцы счастливых билетов должны будут подойти в поликлинику за призами до конца месяца. Сегодня мне посчастливилось выиграть второй приз. Я очень рад. Как бы первый раз на таком мероприятии. И так получилось. Я всех приглашаю участвовать каждую субботу, и вам повезет. Я очень благодарна нашей стоматологии, которая является лучшей во всей республике. Сколько я туда не хожу, постоянно, часто приходится ходить. Такие уже у меня слабые были зубы. А теперь посмотрите, какие у меня красивые зубы. Цель этого календарного события – использовать 20 марта как возможность для дополнительного проведения мероприятий и инициатив, направленных на повышение информированности широкой общественности в вопросах гигиены полости рта, а также расширение научной базы по изучению влияния заболеваний полости рта на общее состояние здоровья и разработка эффективных методов профилактики. Врачи Новочебоксарской стоматологической поликлиники призывают горожан следить за здоровьем зубов и общего состояния полости рта. Не тянуть с походом к специалистам поликлиники, ведь состояние здоровья зубов напрямую влияет на состояние всего организма. Уважаемые горожане, будьте здоровы, берегите свое здоровье. Еженедельно, в каждую субботу проводится прогулка с врачом. Приходите, занимайтесь больше своим здоровьем. А мы, стоматологи Новочебоксарской городской поликлиники, подарим вам красивую и здоровую улыбку. Сабина Вишневская, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.